Безопасность на контроле. В школе номер 26 сотрудники администрации муниципалитета провели плановое инструктивное занятие по антитеррористической защищенности объекта образования. Перед началом мероприятия в школе была проверена работа служб охраны и их оснащение необходимым оборудованием. Всех присутствующих проинструктировали по вопросам обеспечения безопасности. Для педагогического состава подготовлены памятки о необходимых действиях в чрезвычайных ситуациях. В ходе проводимой проверки в классе собрали сотрудников школы, отвечающих за охрану объекта образования, а также преподавателей и представителей родительского комитета. Основной момент мы, конечно, уделили безопасности детям, чтобы они без родителей, если малыши не выходили за территорию школы. Эти мероприятия необходимы для постоянного поддержания готовности наших сотрудников и частных охранных предприятий. Андрей Цеханович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.